Эй, Фроси, как тебе на полу? Весело живется? Фросини, ты меня вообще слышишь? Иди сюда. Куда ты намыливаешься, алё? Чё, чокнутая? Совсем? Фу! Как тебе? Нравится все? Нравится, я знаю. Вот я такая крыса чокнутая. Ну, такая хорошая, просто я не знаю. Она даже по полу лазит, как видите. Да, это Раптор ТВ, Фрося вернулась. Кто обожает Фросю и долго ее ждал, вот она. Ну, это такое вступление, как бы. Ну, а Фрося говорит вам пока. Встретимся уже в следующий раз. Да, Фроси? Да. Пока всем.